Здравствуйте. В эфире 24KZ, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шайносова. Сегодня в выпуске. Поймали с поличным. Что показала операция «Скотократ»? КамАЗ, легковушка и скорая. Полиция области Житосу расследует обстоятельства массового ДТП в Аксузском районе. Сигнал о помощи. В Актобе внимательная сотрудница полиции уберегла юношу от нападения. Что нужно знать о правилах безопасности на льду? Профилактический рейд ДЧС ВКО. Недалеко от столицы поймали с поличным группу скотокрадов, совершавшую набеги на близлежащие села. На счету злоумышленников 4 кражи. В общей сложности за короткое время им удалось похитить более 20 голов мелкого рогатого скота. Отметим, что с ноября в Казахстане проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Скотократ», в рамках которого выявлено 34 преступные группы, задержано 196 скотокрадов. По информации МВД, в этом году количество подобных преступлений снизилось на 13%. При этом законным владельцам уже возвращено более половины из числа похищенных животных. Как уберечь скот от кражи? Не оставляйте скот без присмотра пастуха и заключите трехсторонний договор между вами, им и акиматом. Используйте современные методы контроля за скотом. Обязательно идентифицируйте свой скот таврением, беркованием, чипированием и так далее, что в дальнейшем окажет существенную помощь при поиске скота и возможных спорах по установлению принадлежности. Полиция области Житосу расследует обстоятельства массового ДТП с участием кареты скорой помощи. В аварии пострадали двое медицинских работников. Один из них находится под наблюдением врачей, второй отпущен на амбулаторное лечение. Инцидент произошел в Аксузском районе на 337-м километре автодороги Алматы-Өскемен, где столкнулись Mazda 626, КамАЗ и минивэн Джак, карета скорой помощи. Полиция региона предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий и просит соблюдать особую осторожность на автодорогах. На территории области последние несколько дней наблюдается снегопад, метель и гололедица. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. Выясняются все обстоятельства. Автомашины помещены на спецстоянку. По факту назначены необходимые экспертизы. На территории области последние несколько дней наблюдается снегопад, метель и гололедица. Полиция региона предупреждает автомобилистов о ухудшении погодных условий и просит соблюдать особую осторожность на автодорогах. Актюбинец едва не стал жертвой нападения. Молодому человеку угрожали с ножом на одном из самых людных проспектов города. К счастью, рядом в нужный момент оказалась сотрудница полиции, которая тут же вызвала на помощь своих коллег. Инспектор по делам несовершеннолетних Аймереке Муханбетказина заметила троих молодых парней, которые разговаривали на повышенных тонах возле одного из кафе. Увидев полицейского, ребята сразу же притихли. Их действия вызвали подозрения у инспектора. Подойдя ближе, она заметила, что один из юношей показал жест рукой, который считается международным сигналом о том, что человек нуждается в помощи. Поняв, что парню угрожает опасность, инспектор сразу же позвонила на 102. Преступников задержали. Как выяснилось, молодые люди решали конфликтный вопрос, связанный с деньгами. Сотрудники ДЧС ВКО проверили, насколько хорошо местные рыболовы знают правила безопасного поведения на льду и на всякий случай провели инструктаж. Профилактический рейд направлен на предупреждение несчастных случаев. Как разъяснили рыбакам спасатели, при выходе на лед толщиной менее 25 сантиметров необходимо иметь с собой свисток, спасательный жилет, спасательные шильца, веревку диаметром не менее 11 миллиметров и длиной не менее 12 метров, палку длиной не менее 2 метров, мобильный телефон в водонепроницаемом пакете. Бдительность и ответственность за свою безопасность – лучшая защита при любых чрезвычайных ситуациях. Будьте сознательны и не нарушайте правила. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес – kizikshibulim@gmail.com. На этом у меня все. Увидимся на телеканале 24KZ.